Всех приветствую на прохождение второй части нашей страшилки. Так, идемте. Нужно сейчас будет с вами вставить рычаг и открыть дверки, чтобы найти кусачки, чтобы пройти в дом, да? Так, распределения в щитке нету, отлично. Так, отлично, Так, электричество я включил, теперь можно попробовать открыть электрическую дверь. Наверное, все будет не просто так, как нам кажется, да? Наверное, сейчас по-любому что-то произойдет. Так, где у нас электрические двери были? А вот тут, а? Алло? Алан, наконец-то дозвонился. Детектив Миллард, это вы? Это я, Джордж Роудс. А, Джордж, здравствуйте. Но не ожидал, что вы доберетесь так быстро. Я застрял в пути из-за дождя. Кстати, вы уже встретили моего напарника? Нет, я никого не видел. Наверное, он тоже задерживается. Не волнуйтесь, я скоро приеду. Хорошо, до встречи. Ага. Ты пока приедешь, меня тут уже и сожрут. По-любому, либо ногу, либо руку уже занямают. Так, а можно мне, пожалуйста, кусачки? Кусачечки. О, бонжур. Либо нельзя. Зачем делать шкафчики, в которых ничего нельзя взять? Во, в чемодане по-любому что-то есть. Та ты шоля, во-первых, записка. Так, дорогие Лилиан и сынок, боюсь, это последнее письмо, которое я напишу. Я решил дать отпор чудовищной и чрезвычайно опасной силе, способной уничтожить все, что мы знаем. Дорогой Джордж, сынок, знай, что папа всегда будет тобой гордиться. Я сражаюсь ради твоего будущего. С любовью, Гарри. Гарри Поттер. Та ты шоля. Так, мы взяли с вами ключик. Так, а если с помощью ключика? Нет. Тоже не, да. Это продолжение Гарри Поттера, да? Так, Гарри Поттер и стрёмный дом. Угу, ничего нету. Ничего нету, кроме странных звуков. Хорошо. Мистер Бабайка. Так, тихо. Бонжур. А с помощью ключа? Ладно. Ага, мне сюда нужно... Кольцо невесты, кольцо жениха. Понятно. Колечко, колечко, кольцо. Я натянул на яйцо. Ой, бред, какой бред. Ладно, идемте. У нас с вами есть какой-то ключик. Так, открой, пожалуйста. Во, у нас с вами есть какой-то ключик. И давайте им воспользуемся. Так, ключик. Этот ключик не подходит. Этот ключик не подходит. Locked. Закрыто. Хорошо. А тогда что он открывает? Тогда что этот ключик открывает? Непонятно. Так. Вот что он открывает. Тщательно просто осмотрите дом. Прям. Ага, номер один. Тщательней не бывает, так как мы с вами осматриваемся. Так, мне нужно найти колечко. Так, что это? Доставка мясных туш. Хорошо. А здесь так, пришлось купить 8 туш.
соседнем Уилламсе мои запасы опустели. А мне нужно продолжать эксперименты. Вчера все привезли и разместили в хранилище без всякого шума. За доставку свежую тушь пришлось заплатить посреднику кругленькую сумму. Однако разложение повредит эксперименту. А у меня не осталось шанса на ошибку. Хорошо, давайте откроем окно, проветрим. Потому что вот эти вот разлагающиеся туши. Так, не открыть, да? А ключиком тоже не открыть. Окей, окей, пошли. Серьезно, но закрыли. Алло, спасите, помогите. Ах ты, падла, пугать дядю будешь, да? Ладно, я тебя сейчас испугаю. Так, в скважине что застряло, придется избавиться от. Понятненько. Нам нужно сейчас найти будет. Что-то найти будет, чтобы протолкнуть в скважину, да? Ага. Ага, 13.21. 8.54.2.3.1. Ура! Так, хорошо. Хорошо, значит, давайте. Давайте искать, что мы можем протолкнуть в эту скважину. Так, с вашего разрешения я нажму на параметры, нажму на звук и, наверное, чуть-чуть эффектов поубавлю. Потому что что-то оно чересчур громко это все, как по мне. Так, фон тоже сделаем. Эффекты тоже вот так. Вроде ничего не поменялось, да? Какая была громкость, такая осталась. Так, что мне нужно? Мне нужно, во-первых, найти, чем протолкнуть в скважине. Скважине эту самую. Какую-то хрень застрявшую там. А во-вторых, нужно куда-то этот ключик использовать. А, этот ключик использовать в той... той двери. А чем его протолкнуть? Пальчиком не получится. Locked. Окей. Окей. Но оно ж не может быть на улице, не? Как думаете, может ли быть эта штука на уличке? Или навряд ли. Так. О, ты это видел? Видел? Она показывает нам, где оно может быть, да? Так, ваза. Во, первое колечко. Давай второе колечко, пожалуйста. Ага. А третье колечко? Понял, понял. Ну, хотя бы одно колечко мы с вами нашли, и то это радует, да? Так, сейчас, секунда. Сейчас засяду поудобнее немножко, и мы с вами продолжим. Да не, навряд ли здесь будет еще одно кольцо, которое можно натянуть на... Так, ладно. Locked. Так, слышь, бабайка, а покажи мне еще, пожалуйста. Ага. Бушуешь, да? Да. Одно колечко мы нашли, хорошо. Давай искать другое.
Вот я не знаю по поводу третьей серии, будет либо... А, это, фу, это манекен, я думал, это опять бабайка. Будет ли третья серия, ну что-то, ну... Что-то игра такая какая-то непонятная. Да я понял, что не открыть. Это я уже понял. Так, наверх нам тоже не пройти. Хорошо. Давай искать, а давай вернемся... Знаешь куда? Вот сюда. И посмотрим, может... Тут у нас где-то стоит баночка с колечком. Ну, либо... Какая-то штука, с помощью которой мы сможем протолкнуть замок. Застрявшую какую-то там ерунду. Не? Нема? Да я понял, что нам нужно зажечь. А я так понял, что... Напарника мы с вами полицейского больше не увидим, да? Как и самого полицейского. Нет, здесь ничего нету. Я думаю, они к нам не вернутся. Хотя, может, напарника уже занямали. А этот детектив к нам приедет. Блин, ну возьми ложку, засунь в эту замочную скважину и открой. Не. Это так не работает. Так, статуэтка. Во, в статуэтке давай что-то найдем. Ага, поздравляем, вы нашли коллекционный предмет. Прикольненько, прикольненько. А я могу найти спички. Колечко. И что-то еще. Блин, а может как-то надо с радиом взаимодействовать, как думаете? Может там нужно... Может нужно найти какую-то волну. И оно как раз с радио нам выпадет. Либо ключик, либо еще что-то. Так, давай на второй. Давай, открывай. Давай еще раз смотреть. Давай еще раз смотреть. Я ничего не вижу, я ничего не понимаю. Что ты от меня хочешь? Так, тихо. Ага. Ничего нету. Locked, да? Да, закрыто. Жалко этого добряка. Конечно. Конечно, жалко этого добряка, блин. И кудой? Кудой пройти? Ну, по идее, возле камина должны быть спички, но вы же со мной согласны. По идее, возле камина должны быть спички. Вот тут где-то лежать прям. Прям вот туточки. Но их тут нету. Так. Отдай. Не. Ага, зачем? Кого, когда? Так, думаю, он открывает дверь где-то за пределами. Ага, за пределами особняка. А ну пошли, а ну пошли. А ну иди. Только не говори, что... Тут сейчас где-то дверка будет, а ну. Бонжур. Так, донде стала библиотека? Нет. А может ворота мы сможем открыть? Или нам нужны кусачки именно? Или нам нужны именно кусачечки? Блин, ну если за пределами, значит по идее вот это вот. Ну. Ну. И что тогда? Что у нас тут за пределами особняка есть? Хорошо, давай смотреть. Давай смотреть.
Так, ну толчок явно нет. А вы хоть помните хоть какую-то одну дверь за пределами особняка, либо нет? Либо не помните. Либо помните. Так, а у нас здесь был домик или не был? Говорится, кто помнит. Так, ну это особняк. Это особняк, хорошо. А нам нужно... Нам нужно, не помню, куда нужно. Так, и сюда можно пройти, и туда. Ага, здесь мы с вами... Череп нашли, ну да. Ага, явно не это, да? Так, может тут где-то... Может тут где-то дверка есть, которую мы сможем открыть с вами. Блин, этот ветер так шумит, меня аж... Меня аж раздражать начинает. Так, ну здесь... Явно ничего нету, да? По-моему, здесь дверей больше никаких нету. И назад нету смысла возвращаться. Потому что там... Тупик. А точнее, начало-начал. Так, ага. Ага, ага. Ничего не понимаю. Это от слова забей, просто забей. Так. Но явно не ты, да? Тогда придется возвращаться назад. Наверное, юзать карту. Где у нас тут карта? Вот у нас карта. Так, есть сарай, алтарь. Угу. К алтарю надо пройти. Так. Потайной... Потайная тропа к сараю. Потайная тропа — это хорошо, но я уже забыл, куда нам идти. Так, по-моему, куда-то, да? Вот сюда. Так, здесь пролезть можно? Можно. И что это нам даст? А ровным счетом ничего. Хорошо, хорошо. Плохо, конечно, но... Ну ладно. Так, надо найти другой путь. Так вот это я и ищу. Просто написано, что ключ где-то за пределами особняка. Так, может, мы ищем. Мы ищем. Да. Не, явно будет только две серии, ребят. Но что-то у меня... Нет желания играть больше двух серий в эту игру. Не люблю вот такие вот моменты, когда нужно ходить непонятно куда и непонятно что делать. Так. По-моему, мы... Дай мне карту. Дай мне карту. Ага, нам направо, да? Либо налево. Так, давайте попробуем налево сходить. Или мы здесь с вами уже были? Что-то вот не помню. А, ну да, здесь же нужны нам кусачки. Здесь нам нужны кусачки. Да-да-да, вот это я... Вот это я вот я как раз помню. Ладно.
Возвращаемся. Так. Сюда еще что-то нужно положить. Только что конкретно положить, если бы еще я знал бы. Либо череп, либо руку, либо вазу. Так, но мне еще осталось найти одно колечко и какую-то штуку, чтобы я мог открыть замок. Так, где я? Потайной сарай, алтарь. Ага, сарай. Сарай, сарай. Так, а здесь мы пройдем. А здесь мы пройдем. Здесь мы, по-моему, уже ходили. Скучно. Скучно. Очень-очень скучно. Так, а ну-ка дай мне карту. Так, главные ворота. Но главным воротам там не пройти. Главным воротам там не пройти, как ни крути. Так, ну... И в дырку туда тоже не залезть. Я скажу, что мне прям это очень сильно хотелось, но... Кажется, хоть какой-то вариант, чтобы найти то, что нам нужно. Ага. Я в тупике, да? Либо мы сможем что-то с вами отыскать. Либо мы сможем с вами что-то отыскать. Нет, не сможем. Я еще и заблудился. Вообще ничего не вижу. Во, дырка, залазь. Не. Но это тупо будет, что если здесь будет что-то спрятано. Навряд ли, конечно, но... Этих разработчиков же ж не поймешь. Нужно во всякие щели залазить. Блин, бесишь меня, игра. Так, хорошо. Возвращаемся. Вроде бы наверх, вроде бы наверх. Я по кругу хожу, да? Похоже, хожу по кругу. Угу, да. Дай посмотреть на карту. Так. Дом. Ага, налево. И главное ворота, и направо весь еще что-то. Но туда не пройти. Вилами нельзя пропихнуть эту всю штуку, не? Алло. Игра, пожалуйста. Помоги мне. Крица, I need help. Так, ну здесь... Да, здесь ничего нету. Верно, здесь ничего нету, даже можно и не искать. Было бы тупо. Так. Циферки, циферки. Циферки, циферки. Так, не, ребят, все, с меня явно хватит этой прекрасной игры. Я думаю, на этом мы с вами... И закончим. Мой вердикт, игра. Игра просто шедевр. Можете себе ее скачать, если вам будет нудно. И поиграть. Что я должен открыть этим ключом? Что конкретно? Что я ищу? Здесь ничего не появилось. Хотя навряд ли, что оно тут будет делать. Что оно тут будет делать, да? Ладно, пройду еще раз по всему дому. Уверен, что я ничего не найду. На этом и закончим. Так что, все. Две серии явно
за по глазам. Так, ну там мы были. Здесь, по-моему, мы тоже были. Здесь тоже не открыть какого-то. Какого-то этого тоже не открыть, хотя... Хотя с ноги все открывается, правильно? Было бы, как говорится, желание. А открыть можно все. Так, коробка, коробка. Ага, ручки с колечками. Книгу нельзя. Картину нельзя. Чемодан, а ну. А ну, чемодан, откройся. И в чемодане тоже у нас... No. Ага. Фотографии, конечно, прикольные. Но игру это, как говорится, не спасет. Блин, ну дай мне что-нибудь, ну пожалуйста. Дай хоть мне что-нибудь. Короче, если кто-то досмотрит до этого момента, мало ли, будут такие люди, и кто-то играл в нее, то можете написать, где лежит второе колечко. И что я делаю не так. Если, конечно, вы играли в нее. А если нет, то значит... Нет. Так, закрыто. Телефона. Понял, телефона не хочет. Че мне свечки зажигать? Ну где тут спичек? Ля, че я нашел? Да ты шо? Да ты шо, ребят? Давай все свечки подожжем, может. Может, что-то поменяется. Где еще есть свечки? Я теперь хочу зажечь все свечки. Так, ну здесь горят. Только зачем мне это делать? Вот это вот хороший вопрос. Ну, а тебя не, нельзя. Нельзя поджечь, хорошо. Опа. Та ты шоля. Вообще сразу уютнее стало, да? Можно открыть, пожалуйста? Можно, пожалуйста, открыть? А может, я и камин смогу поджечь, как думаете? И надо ли нам камин разжигать, поджигать, растапливать? А где, кстати, камин? Где-то ж тут вроде был. Так, закат. А! Ах ты падла. Ля. Ты чего? Ты чего дядю пугаешь? Это ты намекаешь на что-то? Или что? Лё, игра. Ну дай подсказку, ну пожалуйста. Дай подсказку мне. Где камин? Хочу зажечь камин. Не открыть. Печалька. Так, ага, здесь не поджечь, да, ничего. Блин, а где камин был? Или это в прошлом доме был камин? А здесь камина нету. Не знаю, зачем я все свечки подпаливаю.
Возможно, мы сейчас что-то с вами этим действием сделаем. А вот и камин, давай. Давай подожжем. Не могу. Угу. Окей, окей. Так, в замке что-то застряло, я не могу. Так, придется избавиться от ржавого замка силой. А какой силой? Какой силой? Блин, мне так поспать хочется, лечь в этой кроватке и все. Ау, help me. Help me, please. Хорошо, хорошо, я по-любому что-то упускаю, да? Блин, ну тут столько предметов лежит, которыми можно замок сломать. А ты не хочешь этого делать. Ну и кто ты после этого? Правильно, козюля. Так, не открыть. Думаю, он открывает дверь где-то за пределами особняка. Ну, значит, и... Значит, открывает. Ладно, все, ребят, честно. Ну, игра ни о чем. Ну, вы сами видите. Я думаю, даже нету смысла и... продолжать что-то тут делать. Так как я буду просто по 6 часов записи ни о чем, как я хожу по дому. Но я думаю, вам будет неинтересно. Хотя, если вам будет интересно, то, в принципе, можно записывать такие прохождения. Но на этом все. Так что все, всем мур-мур, пока-пока. Пошел я попробую записать что-нибудь другое. Надеюсь, более интересное. Да, давайте договоримся, что если, к примеру, игра мне не зашла, а она мне реально не зашла, то... будет чисто одна серия в ознакомительных, как говорится, целях. И вам уже потом решать, стоит в это играть, не стоит в это играть. Есть какой-то, как говорится, в этом смысл, либо нету. Все, всем мур-мур. Да потом и пока-пока.